Да, это практически рай на земле. Постриженные ламы такие смешные. Вон, главная мама-лама не постриженная. И вот такое чудо альпийских лугов. Да, можно в Швейцарию и не ехать. Боже, какая там гора, смотри. Можно в Швейцарию не ехать, в Италии то же самое. Доломитовые Альпы. Это изгородь из елок какая-то нереальная. Вот, приезжаешь вот в такой парк-отель и вообще забываешь, что все на свете. И такая красота. Овечка такая смешная, да? И нереальный воздух, свежий и пахнет этими лугами. Какая гора там. Да, зимой нужно ехать в Альпы. Да и летом тоже нужно ехать. А воздух...